Я нахожусь в Орехово-Зуево и с жителями этого города поговорю о том, как они относятся к выводу войск из Херсона, что думают по этому поводу. Что думаете по поводу вывода войск из Херсона? Думаю, это, блин, как сказать, больше дела военные, нежели наши мирские, так что, думаю, им виднее. Как думаете, поэтому... когда вообще спецоперация закончится? Думаю, большую часть следующего года еще застигнет. Ближе к осени, наверное, может быть, в лучшем случае, но не раньше. Отрицательно. Можете объяснить, почему? Потому что относится к России, как мы защищаем свою родину. Все сделали правильно, чтобы люди не погибли. Как думаете, когда вообще спецоперация закончится? Спецоперация закончится, думаю, к следующему Новому году. Вы знаете, я в эту политику никогда не лез и не лезу. Это не мое дело. Как относитесь к выводу войск из Херсона? Положительно. Видней нашему начальству, значит, так нужно. Как думаете, когда спецоперация вообще закончится? Кто знает. Одному Богу известно. Как будут все к своему делу относиться добросовестно? Будем желать нашим военным всего хорошего, чтобы они быстрее победили врага ненавистного. А как цели вообще воспринимаете спецоперации главные? То есть вот какой наш главный враг, по-вашему? Враг? Ой, девушка, врагов у нас очень много. А самый главный враг наш это... Америка, наверное. Со своим длинным носом. Где они везде лезут, чтобы им прищемить его. Как относитесь к выводу войск из Херсона? Не знаю. Вообще следите за ситуацией? Что думаете, когда спецоперация? Не знаю даже об этом. А по поводу спецоперации, как думаете, когда закончится? Думаю, скоро. Почему так думаете? Не знаю, надеюсь на это. Ну что, правильное решение. Вы что, меня ходить снимать, что ли? Куда? А, политика, это не моя. Спасибо. У вас есть мнение какое-то по этому поводу? Я не знаю. Есть, которые уполномочены. И если это так, значит так. Не зная, это тоже плохо. И лишнее тоже не хочется говорить. Самое страшное, что я боюсь, вдруг умрешь. И которые там 150 тысяч лежит детям, чтобы сняли... На похорону их уже, мне сказали, не хватит. И морги дорого берут, и машины дорого, и на кладбище берут. А если их вообще нам не выдадут в сберкассе в связи с этой обстановкой, что детям делать? Они тоже живут на копейках. Проездные, детей двое, детский сад, школа. Я просто не знаю, как они выбираются, бедные. Извините. Спасибо. Очень тяжелое то, что в стороне вот сейчас есть. Я вот этого я боюсь. Очень боюсь. Люди сами они... Девушки, я... Ладно, хорошо. Ой, вы знаете, я как бы об этом ничего не знаю. Просто я не смотрел последнее время новости. А вообще по поводу спецоперации, когда она закончится, по вашему мнению, что думаете? Я даже не могу сказать. Ничего не думаю, сам оттуда. А как думаете, спецоперация когда закончится вообще? Ой, можно без комментариев. Ладно, по этому поводу? Хорошо, хорошо. Очень много знакомых, хорошо. Очень много родственников там. Ясно. Только не про Путина и не про войну. Я против войны. Вы такие рамки сразу ставите. Да. Мы спрашиваем у людей, что думают они по поводу вывода войск из Херсона сегодня. Вот кто-то поддерживает, кто-то... Правильно сделали, что ушли оттуда. А Херсон – это Украина. Как думаете, вообще спецоперация когда закончится? Когда освободят всю Украину. Извините, но я как-то о политике вообще не думаю. Я стараюсь не лезть в это. Я ничего не думаю. Думаю, наше правительство. Думаю, что это хорошо. А по поводу спецоперации, когда вообще закончится она, по вашему мнению? По моему мнению, не знаю, когда она закончится. Хотелось бы, чтобы она закончилась как можно быстрее, на самом деле, чтобы перестали умирать люди. Ну, если в этом есть необходимость, я думаю, что это надо делать. Путин молодец. Вот это больше.
то, что у нас вроде что-то получается. А так... А как думаете, когда спецоперация закончится, по вашему мнению? Что нам мешает ее закончить? Ну, во-первых, единство. Мне больше... Единство. Честно, не знаю даже. А по поводу спецоперации, когда закончится вообще она, по-вашему? Я думаю, это надолго. Спасибо. Я думаю, это надолго. Жалко ребят. Вот эту ерунду всю, которую заварили, блин. Жалко все это. Думаю, правильно. Как думаете, спецоперация, когда закончится вообще, по вашему мнению? Ну, к лету закончится. Почему так думаете? Ну, у нас генерал там, Суровикин, очень такой серьезный. И наш президент очень хороший. Думаю, правильно сделали. Как думаете, спецоперация, когда закончится, по вашему мнению? Хотелось бы раньше, чтобы закончилось. Спасибо. Потому большое. Что там мои племянники, я их жду. Наше поражение. Все. Как думаете, спецоперация вообще когда закончится? Вот? Никогда. Когда власть сменится. Об этом вообще нельзя говорить. Ну, я думаю, какая-то специальная стратегия такая. Не просто так. А по поводу спецоперации, как думаете, когда закончится вообще она? Я думаю, надолго затянется. Это очень долгая история. Это мы будем с вами стоять здесь полчаса, может, час. Как обыватели, конечно, мне это жалко, что вывели. Ну а как целесообразность, это не наше дело. Мы не можем в этом деле ничего командовать и рекомендовать. А то-то вообще будет хаос и анархия. А так, может быть, какая-то целесообразность есть. Спасибо за ответ, спасибо большое. А еще что вам ответить? Все. А если жизнь на Марсе, вам не сказать? Скажите, а есть? Есть. Вот. И туда скоро мы нас всех переселят. Да. Совсем скоро? Совсем скоро. Ну, в этом столетии, по крайней мере. Спасибо. Ну, наверное, они там лучше знают. Чтобы солдат сохранить, нужно все делать, да. Ну что же, мальчик. Спасибо. Оставил Москву, но сохранил армию. Спасибо. Я считаю, наши молодцы. Спасибо. А я ничего не могу сказать даже. А по поводу спецоперации вообще, что думаете, когда закончится? О, мне кажется, не скоро еще. Положительно. Надо выводить везде. И, как сказать, надо войной заканчивать. Дружба нужна между народами. Хватит воевать. Дети гибнут наши. Зачем же? Зачем воевать-то? Как думаете, когда вообще все это закончится? Чем раньше, тем лучше. Я не могу сказать, когда она закончится. По всему обстоятельству. Не знаем, когда она закончится, но хотелось бы пораньше. Спасибо. Пораньше. Спасибо. Дружба нужна между народами. Зачем? Спасибо. Зачем воевать?